спрятался. Тут, тут Вика, я прямо у нее за спиной. Бать, 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 она за мной бежит. Она сзади, она... Она бежит! Давай, 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 убегай, убегай, Невер! Так, я захожу в дом. Я вот, она бежит. Держи, держи, я тебе скидываю, скидываю, держи. А, вот ты чинишь. Окей, давай чини, я пока палю. Так, чувачки, мы не можем уже 3 часа это записать. Короче, здрасте. Короче, я говорю, да, потому что они все молчат, да? Угу. Смотрите на... Найк Моррис. Стоит просто так. Короче, чуваки, знаю сегодня Моррис, Вика, Невер, я. Невер — это маг из Зова Бездны, да? Да, да. Это голос канала Чик Гейм Моррис. Не? Да. Короче, сегодня мы будем маньячка играть. Мы нашли, кстати, карту. Ну как нашли? Я ее нашел еще в позапрошлом даже году, но так как у меня была версия 1.7.10, я был стариком, я не хотел переходить, то мы сейчас перешли, и, блин, она крутая. Собственно, нам сейчас нужно решить, кто будет из нас маньяком, кровожадным и сасным. А, ну ты отпадаешь сразу, дедуль, ты не снимаешь. Не, ну вот это не спорю. Ну не обижайся, ну пошли. Все. Ну иди сюда, ну дед, блин, дед. Все, я обидел. Дед, иди сюда, дед. Пишем на счет 3, будем выбирать камень, ножницы и бумагу, да? Короче, пишем на счет 3 в чат, камень, ножницы или бумага. И на счет 3, ну как напишем, отправляем. Давайте, готовы? Ну я выберу, конечно же... Вот это вот. Так, давайте. Раз, два, три. Окей. Я выпадаю, я нормально. Да, ты выпадаешь, ты нас всех трахнул. Ну что, Вика, мы остались с тобой, да? Нет! Давай, давай, готова? Нет, готова. Моррис, что сейчас будет? Раз, два, три. Три. А, сука, давай еще раз. Раз, два. Да погоди! А, да. Я раз. Ребят, камень ножницы в Майнкрафте. Три. Блять, давай еще раз. Раз. Два. Сейчас, погоди, я не написал. Раз, два, три. Два, три. Блин. Ну что ж, Вике придется переставить скин, да, нам придется выйти. И смотрите, что у нас тут есть. Пойдемте все, кто снимает. Вам всем жопа. Короче, смотрите, тут у нас вот лобби, короче, для могилы. Убийцы, для выжившего, ну и для спектейтера. Для спектатора. Да не бей меня. Короче, все, чуваки. Сейчас Вика поменяет скин на кровожадного сасного Джейсона. Вам всем хана, вам всем хана. Нет, потому что у Вики топографический кретинизм, и мы легко сбежим. Халява, чуваки, халява. Давайте, все, пошли. Чуваки, мы уже 5 часов не можем начать эту ебаную запись. Простите за мат. Короче, вот, Вика у нас накрасилась. Какая она стала красивой. Смыла, она смыла макияж. Короче, давай, иди туда. Иди. Эх, ну ладно. Вот, а мы, короче, все втроем на Дед Пердун, полицейский и какой-то побитый Пача, это я, да. Идем сюда. Какой это Пердун? Нах. Короче, тут такая тема, что чтобы чинить генераторы, нам нужно ломать вот этот вот блок, то есть типа там чинит что-то. И вот так выглядят генераторы, короче, патчи. Смотрите. Сейчас начнется игра, и мы, короче, пока. О. А что за голову вообще-то? Это самый лучший. Лучший из лучших. Да. Лучший из лучших. Да. Да. Так, ну вот, челики, мы появились, да? Тут у нас. Мы 3 шахтера, да. Один полицейский, другой бомж какой-то. Эй, маг. Маг, голубой маг. Смотрите, чувачки. Тут у нас есть какой-то сундук, давайте я залутаю. Что выпало? О, мне выпало... Опа, слушайте, тут... У меня улучшенная рука. О, рука, блядь, кирка. Ломай. Во, давай, чинить геник. Стой. О, сразу здесь. Давай, да, ломай геник. Мы, короче, так. Невер пока чинит один геник, я пока посмотрю, что у нас еще есть тут. Надеюсь, картинка не будет темной, хотя, в принципе, она нормальная, да? Да, засветишь. Во, я еще один геник вижу, еще что-то. Опа, я взял еще одну кирку лучше, кому дать? Моррису пока что. Моррис, иди сюда, погоди, я геник пока чиню.
Так, вот, короче, починка, она вот так вот у нас проходит, то есть, чиним геник, внутри, оба. Юбку сваливаем. Погоди, погоди, я второй геник. Я второй чиню. Я не знаю, где. Где? Чувачки, короче, мы все... Мы все умрем. Разбежались. Я умрем. Давай, быстрее, быстрее, чинись. Ура, я второй починил. Так, вы где? Блядь, я рядом. Блядь, за мной бежит! Где? Чё делать, чуваки? Да я не знаю, я валю. Я вижу. За мной маньяк. Я... Милый маньяк, да? Милый маньяк из маски. Я думал, это вы. А где? Где вы? Я не знаю. Блядь, а что происходит-то? Чуваки, не пугайте меня. Твою мать. Да блин, страшно. А, блядь! Где? Тупик! Она за спину твоей. Говорите, где вы находитесь, локация, опишите. Я вижу дома. Дома, я понял, где это. Окей, сейчас я, короче, забежал. Так, ну я в лес сейчас. Я вижу тебя! Твою мать, здесь маньяк! Ты убегай, Морис! Да! У тебя 2 хп теперь. Убегай. Да, точно. Я убегаю. У меня уже 3 кирки, давайте я вам раздам. Так, чувачок. Где вы? Ребята, где вы? Я не знаю. Я геник нашел еще. Вижу ее. Вижу, вот она бегает. Так, все, я оторвался. Ну, она на тебя переключилась. Нет, она не на меня, я у нее за спиной бегаю. Блин, пец. Ты где, Морис? Вот это было страшно. Фонтан, я фонтан вижу, помнишь, такой. Фонтан, сейчас я прибегу к тебе. Ну не фонтан, а вот этот, искорки, помнишь? Вижу. Так, знаешь, ребят, понял. Так, у меня есть восстановление хп, я могу тебе дать, слышь, Морис? О, нет, она здесь. Здесь? Она здесь, я вижу, убегай, Морис, убегай. Убегай, чини пока геник. Я вижу, геник здесь есть. Морис, иди в дом, я тебе дам хил. Морис, ты где? Стой, я вижу геник. Какой геник? Ты где? Опиши место. Она... Так, я захожу в дом. Она бежит. Я на себя перекликаю. Убегай. Налево, за мной побежал. Черт, у меня урожай. О, слушай, здорово, я. На, держи кирку, слушай. Я тебе кирку скину. Там, короче, там сзади генератор. Морис, ты где? Я тебе должен хилку отдать, у тебя хп нет. Я, помнишь, в домике, в сквозном, как только что ты пробежал через него. Ты там сидишь. Сквозной домик. Вот. Да. Окей. Сейчас я к тебе прибегу, слышишь? Отдам тебе хил. Твою мать, она здесь! Морис, держи, ты где? Держи, я тебе скидываю, держи. Давай. Пей быстрее! Убегай! Я подставляюсь! Давай. Нет! Твою! Нет, всё, я сдал. Морис, нет! Это сложно. У меня инвентарь, блин, скрыт, я ничего не видел. Морис, твою мать, ты сдох. Невер, давай встретимся, нам нужно держаться вместе. Давай, я, короче, около генератора, да, справа сверху, в общем. А, точнее, если так судить, на справа сверху, чувак, я не знаю, у меня карты нету. Это ты у нас читер, у тебя... Я говорю, на северо-востоке я. Северо-восток. Гляди, ну как тебе объяснить, короче, Я нашел хилку. Я пожалуй, выпью. Давай. Не, или лучше... Не, я выпью ее, когда у меня будет одно хп. Слушай, погоди, а почему еще 2-то гена осталось? Потому что 5 генераторов надо починить, чувак. Вот она, я вижу её. Твою мать, Невер. Я бегу. Блять, она куда-то... Нет. ХП одно восстанавливает, ё-моё. Погодите секунду. Погоди, я тут вижу какой-то... Побежали. Невер, беги. Мне пришлось... Да я бегу. Давай, чувак. Убегай, она там стоит. Она сзади. Она бежит. Давай, убегай, Невер. Невер, беги! В разные. Невер, давай, я налево. Нет, чувак, это тупик, убегай! Ты в тупик побежал, чувак. Все. Чувак, ты в тупик. Я пошел чинить геник, окей? Давай. Она прямо у тебя за спиной. Твою мать, чуваки. Если я останусь один, это все, это ГГ, просто. Окей, я недооценивал Вику, она неплохая такая, знаете. Нормально. Так, я нашел еще генератор один. Чувак, нам надо спрятаться от нее сейчас. О, нет. Тебе сейчас она меня ударила. Кстати, Морис, ты можешь следить за челами от первого лица, если ЛКМ на них тыкнуть. Твою мать. Тихо, я спрятался. Тут Вика, я прям у нее за спиной. Тихо, я спрятался. Тихо, она меня не заметила.
Я у тебя за спиной прям хожу. Она, видимо, меня ищет. Да. Куда она пропала? Я просто на прессе сейчас. Чувак, я тоже на прессе. Я там видел генератор. Я хочу починить гений. Я хожу на приседе сейчас, а чтобы видишь, она не замечать. Что-то сдохну, знаешь, не очень хочется. Невер, где геник? Я вот, рядом со мной я сейчас. А ты где, твою мать? Я прям знаю, я что, волшебник? Блин, ну знаешь, где искры? Искры, а, я тебя понял, окей, я где бегу. Где искры? Я бегу к тебе. Так, все, я геник там. Твою мать, Невер, вот это согласись, вот это интересно, да? А, слушай, вот это да, вот это интересно, реально. Так, сейчас. Блин, сейчас я приду, жди. Во, искры, вижу. Да, а, вот да, ты чинишь. Вот, окей, давай чини, взяли. я пока палю. Давай, чини, давай, работяга, давай, чини. А ты знаешь, где последний? Знаешь, где последний? Да, знаю, где последний геник. Пошли. Пошли, быстрее, видят. Все. Херачим. Убегай. Херачим. Убегай. За мной беги. Я, короче, знаю, где последний геник. Где-то вот в этой окно. Я его на поле видел. Да, на поле. Это другая карта, чувак, тут разные карты. Нет, это тут. Твою мать, я застрял! Карта сейчас, но я пробегал на поле. Невер. Блять, я тебя потерял. Невер, я тебя тоже потерял. Я, короче, там, где души летают. Вот я. Вот, да, и я. Все, давай, пошли. Так, короче, где ты здесь, ребят? Погоди, нет, пока. Может, мы с ним будем бежать все? Да, давай, пока что. Давай, Давай-ка, крадись. Морис, а ты можешь наблюдать за маньяком в это время, слышишь? Не, только нам не говори, где она, окей? Это будет неинтересно. Не, понятно. Так, аккуратно. Я, наверное, понял, где геник последний. Вот здесь он. Нет? Не, слушай, не. А я починил, по-моему, на поле какой-то там, нет? Да нет, там стоял, я пробегал, за мной бежал этот. А. Окей. Да, и там где-то геник. Погоди, а где поле-то она? Справа получается? Наверное, слева где-то. Севера, слышно, чувак. Слева, по-моему, дом стоит. Вот, давай сюда зайдем, может, полутаем. Вот куда, если так. Давай зайдем, полутаем. Прямо. Да. Нет, тут ничего нет. Пустота. Да. Окей. Я... Вон она вон там! Тихо. Я все, развернулась, ушла. Короче, вдалеке был я меч увидел, как он блеснул. Она каверит, слышишь? Она каверит геник последний. Пошли. Я здесь. Да вот, наверное, так и есть. Я справа, мы чувак. Фиг его так сюда. Ты посмотри на что меня. Что справа ты? Я понял. Я туда смотрю, погоди. Она, короче, была вон в той стороне, хочу... смотри. Блин, теперь ты куда-то делся? Вам надо как-то... Команд сработать. Я в доме сейчас. Чувак, ну я слева, ну твою мать. Вот. Да блин, ну я не вижу тебя. Вот, генератор. Вижу. О, погоди, вот стой, он, да. Аккуратно, да, не беги, да, сразу, да. Она может стоять. Ну, все равно надо ломать. Смотри. Ломай, давай. Я буду прикрывать, а ты чини. Тихо. Она бежит, убегай. Она на меня. Она на меня сагрилась. Она меня ударила. Уводишь ее? Я увожу. Блин. Чувак, живи! Я уважаю. Живи. Я уважаю. Живи. Я ее вижу. Оставь меня, женщина. Мать, женщина, она за мной бежит. Твою мать. Чувак, она за мной, я тебе говорю. Ну, бежит за мной. Я по кустам убегаю, слышишь? Убегаю. Давай. Чини пока что, чини, слышишь? Тимворк. Я убежал. Командная работа. Сейчас будем чинить. Фу, бля, что-то это страхово. Страхово что-то, ребят. В паутиныч. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Чини пока что, ты чинишь? Да. Нет, я иду только к генерал. Вот, она вот стоит она. Там, блядь, говорит. Блядь, она меня видела. Да, она стоит. Чувак, мы наверное, сдохнем. Это не наш. Это не наш. Да, не, это я говорю. Это так, если один генератор... Да, если надо ставить 6 генераторов, чтобы она туда-сюда ходила. У тебя есть улучшенная кирка? Есть. Убегай! Давай ты будешь ее уводить, а я буду, короче, чинить. Давай, я уже ее уводил. Я чиню. Поля. Чиню. Уводи. Жалко, ты печатаешь.
Одно хп у меня. Твою давай, мать, давай. Я тогда буду водить ее, слышишь? Нет, все, давай, нормально, я пока увожу. Води, води пока что. Главное, не умри, чувак. Не умру, мне ее. Я почти дочинил, Геник, почти дочинил. Давай, давай, давай. Чувак, чини. Чувак, это такая просто... я... Все, все, осталось открыть ворота. Вижу, осталось открыть ворота. Ага. Отличненько, да. Чувак, чувак, води, води ее пока что. Не умри только, не умри. Я не вожу, я ворота, ворота уже открываю. Ворота сейчас открыл? Сейчас, если что, этот, ворота... Да, на севере. Да-да-да, я вижу, вижу, открывай. Да ладно, мы сейчас бежим, давай, что давай, 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 смотри, чё? Только сторона. Это ваш единственный шанс. Я пока что... А! Твою мать, она... А! Она меня ударила. Чувак, чувак, чувак. Ай, сука. Твою мать, твою мать, твою мать, твою... А! Она меня еще раз ударила, у меня 2 хп осталось. Чувак! Уходи. Убегай. Чувак, убегай. Я тебе говорю, убегай. Твою мать, ты сдох, чувак, как так? Ты умер, да ладно. Ты... Блин. Ты был брутально обезглавлен. Я пытаюсь, мне я настало. Если я дочиню, если я открою ворота. Чувак, да ладно, я последний остался. Последний из магика. Открывай, открывай, давай. Я пытаюсь. Быстрее, 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 давай. Давай. Ты, вот на самом деле надо какую-нибудь такую фигню. Погоди, ну, погоди. Этот, я сломал. Открывайся. Сломал? Все, уходи. Да, погоди, я хочу ее подождать. Не играй ты с собой. У меня все равно 2 хп. Я открыл ворота, да ладно, я... Чувак, я последний остался, как так? Вы, почему вы умерли? Помни нас. Хорошо, помни вы в моем сердце остались. Я... А давай вот так спрячемся. А здесь получается несколько ворот. Да, тут двое ворот. Одни там ворота, а вот это вот другие. Она у других, наверное, стоит. Надо только, чтобы генератор тоже был тогда, не один. 6 надо, хотя бы 6 генераторов поставить. Конечно. Да. А то, блин, ты бегал там, я чинил. Mm-hmm. Интересно. Она, мне кажется, не знает, что... Да, что ворот. Одни ворота открыты. Ну, может, для дополнительных очков я попробую вторые? Mm-hmm. Не, по-моему, это не увенчается успех. Да, я, по-моему, тоже думаю, по-моему, это бред вообще, ты задумал. Давай, лучше уходи, брат, все, и ты выжил. Окей, окей. Не, я хочу... Я все-таки хочу последний... Да, я очень тупой. Ну, смотри. Но я хочу посмотреть на Вику без... Не, наоборот, с макияжем. Последний разочек. Главное, чтобы она меня не убила. Чтобы я в паутине не запутался какой-нибудь. Полюбас, сейчас я на нее наткнусь как-нибудь, смотри. Скажем так, сейчас, мне кажется, скоро ты посмотришь на меня. Да, да. Смотри, вот ворот. Если она стоит около этих ворот, да, то получается, да, еще немножко. Вот она! Ой-ой-ой. Побежал! Главное в паутину не попасть! Главное в паутину! Не попасть! Твою мать! Твою мать! Она бежит! У нее ускорение! Ускорение! Твою мать! Твою мать! Беги, Борос! Беги, Борос! Она бежит! Она бежит за мной! Она... Я убью! Мне кажется, она по жопе тебя черканула всё. Нет. Это было так напряжно, чёрт! Господи, боже мой. Чёрт, чёрт, блин, чёрт. Реально, ты был, вылетел. Реально был напряжённый. А, у тебя вылетело, Вик? Да, да. Заходи, сейчас продолжим запись. Так. Короче, челы, это было жесть напряжно, особенно когда Вик убил двоих, и я остался последним. Я думал, сейчас, я знаешь, когда стоял, открывал рычаг ворота, да, я думал, она меня сейчас убьет. Ага. Ну, блин, я, короче, под конец, когда открыл... Я в другую сторону побежал. Я открыл ворота, когда... Чёрт. Я решил все-таки еще тебя подразнить чуть-чуть. Бля, я чуть в паутину не попался, я тебе говорю. Я такой, бегу, бегу. Я хотела, чтобы ты попался в её. Я такой, бегу, бегу, оборачиваюсь, думаю, сейчас и нет, да-да. И тут бам, вылезает. Я обосрался, честно. Так напряжно было, когда... Не, каточка была интересная. Когда Морриса убили, да? Потом Невера убили. То есть, блин, это было жестко. Я вообще думал... Раскидала просто. Я думал, я сдох. Вик, а как ты Морриса убил? Сразу, что ли? Не, Морриса первым не убили. То есть, я ему кинул хилку, вместо того, чтобы хилиться, он начал бежать и убили его. Я за ним начала охотиться, я начала его преследовать просто. Да. И постоянно, куда бы я ни шла, я на него натыкалась. И поэтому я его такая, хлоп, все,
были. А, кстати говоря, Невера я била несколько раз, больше трех, и почему-то... А смотри, да, там должно пополниться полностью, стамина должна пополниться, тогда только наносится хп. Ну я его прям лупила, блин, так. Ты понимаешь, смотри, как в Dead by Daylight. Ты бьешь один раз, и тебе надо ждать 10 секунд, и тогда следующий удар, самый сильный, он сбивает хп. Так нет, я на него бежала такая, значит, и подпрыгиваю, бью, и не проходит удар. А ты, наверное, по листве бьешь, у тебя стамина тратится. Нет, я по нему попадала. Понимаешь, у тебя стамина попадала. Не, я не знаю, слушай, меня отталкивало. То есть, меня, я тоже не... Я бегу, меня что-то отталкивает, но сколько хп не убавляет. С полной стаминой, с полным ударом, силой, тогда убирается хп, а так нет. По мне тоже проходил, но... Короче, вот такие дельцы. Морис вообще молчит. То есть ей нужно, смотри, ей нужно не просто по кому-то попасть, да, а любой удар даже в пустоту все равно не... Да, любой удар в пустоту снижает стамину. То есть вот сейчас даже ударить там это, будет такая иконочка. Вот. Все, понятно. Короче, такие дела. Не знаю, мне очень понравилась данная тема. Типа, интересный контент. Мне очень понравилось. Еще будем? Конечно, только надо уже вместо Джейсона, который всем надоел, да вообще надо мне тоже поучаствовать. Надо каких-нибудь там Майклов Майерсов, прочего дерьма там. Чтобы интересно было. Да. Ну да. Так что вот такие дела. Мне понравилось. Но я была как дебиляка, потому что я бегала одна, я такая сама с собой, типа... Да, бежать туда, может, они там, нет, они там. Ой. Ой, блин, нет. Было бы неплохо, кстати, если бы еще маньяк бы мог бы видеть все генераторы вообще на карте. Да, есть, да. А можно так сделать? Положение. Не все, это типа нормально, надо сделать такое. Как вот, Dead by Daylight. Да, она будет так сделать, может. Что она сразу знает, куда, типа, она и сразу начала бы проверять все 6 генераторов. Ну, да. Тогда опка там. И очень плохо надо добавить еще на эту карту 6-й генератор, потому что стоит у последнего генератора поселка, да, например. Мы не могли починить. Я бы предложил вообще даже еще больше добавить. Потому что если она будет видеть генераторы, то она их очень быстро будет отбегать. Мы не успеем сломать просто все. Ну, да, туда-сюда будет бегать. Либо карту расширить. Короче, это уже потом, это, надо, чтобы... написали в комменты, кто там это, предложение, свои идеи. Да, ребят, пишите в комменты, да. И еще, кстати, ребят, смотрите тоже, может быть, стоит сделать так, чтобы последнего появлялся типа люк после определенного времени, да, там, допустим, минуту-две прождать. Да. Да, ну, потому что, допустим, он не сможет и генераторы там два сломать, да, но плюс еще ему стенку ломать, плюс она это все еще все видеть будет. Короче, ребят, пишите в комментариях, посмотрим. Да, ну шо, уже довольно-таки много уже времени прошло, так шо. Mm-hmm. Так что пора заканчивать. Морис все это время молчит. Я слушаю вас, ваши идеи. Очень интересно. Да, очень интересно. Очень интересно. Да. Давайте все, я думаю. Короче, нормально. Давайте все. А мы, вот видите этого старика? Пойдем сдавать его в дом престарелых. Да? О, да. Все. Что? В дом престарелых тебя, дедуля, иди сюда. Всё. Иди. До свидания. Не, да. Куда всё, ты пойдём. Полетел? А, он сам уже ушел в дом престарелых. В дом престарелых. Ну ладно. Вот дом. Ну все, сдали, пошли просто. Я полез.